Сколько ставропольской продукции представлено на полках супермаркетов региона? Ответ на этот вопрос искали члены специальной мониторинговой комиссии «Единой России». Они прошлись по торговым сетям, чтобы сравнить еще и цену товаров. Из рейда по магазинам вернулся Александр Григоров. Первым под прицел мониторинговой группы попадает магазин «Пятерочка». Вначале проверяют овощи и фрукты. Среди них есть и местные, и импортные. Но жители края в последнее время отдают предпочтение ставропольским товарам. Конечно, ставропольская. Ну вот откуда же, вот там яблоко посмотрела, не видно даже, откуда оно и цены нет. Яблоко оказалось импортным, поэтому так и осталось лежать на полке. А комиссия в это время уже проверяла молочную продукцию. Здесь половина всех товаров со штампом сделана на Ставрополье. Далее мониторинговая группа отправилась к стенду с макаронными изделиями. Ну вот 4 номинования мы видим, Байсад. Ну вот хотелось бы больше все-таки видеть местно. 6 номинований. Затем инспекция безалкогольных напитков и хлебобулочных изделий. Здесь у местных товаров тотальное превосходство. Многие из них имеют богатую историю. Да, со школы бежали, купили булочку, графин молока, булочка, и ничего вкуснее на свете не было. Это вкус детства. Многие из покупателей берут исключительно продукцию ставропольских производителей. Конечно, покупают с удовольствием. Увы, но мониторинговая группа не может поставить «Пятерочке» оценку, идентичную названию супермаркета. Для этого ставропольских товаров все же недостаточно. Нам нужно смотреть, чтобы качество, и упаковочка, и ассортимент. И самое важное, чтобы цена соответствовала качеству. Впрочем, с каждым днем количество ставропольской продукции на полках растет. Для поддержки малых и средних производителей власти региона проводят специальные торгово-закупочные сессии. Мы проводим их очень много, периодично. Вот как раз благодаря торгово-закупочным сессиям сегодня можно увидеть в магазинах нашу продукцию. Следующий на очереди магазин «Флагман» в центре Ставрополя. Мониторинговая группа повторяет свой маршрут и обходит все прилавки. После осмотра нескольких из них отмечают, что картина значительно лучше. Хлеб 100%. Овощи – это местные производители. Мясо. Мясо только местное. Это у нас Красногвардия, это, то есть, по краю фермеры. Среди ставропольских товаропроизводителей особенно выделяется молочный комбинат «Ставропольский». У него здесь отдельный большой стенд с широким ассортиментом продукции. Одного только молока здесь более 16 видов. Вместе с одной из покупательниц проводим небольшой эксперимент. Проверяем, сколько товаров из тех, что лежат в ее корзине, произведены на Ставрополье. Ну, хлеб ставропольский. Макароны, я не знаю, вряд ли не ставропольские. Но мясо, я думаю, ставропольское, фарш. Водичка ставропольская, наверное. На полках в магазинах «Пятерочка» доля ставропольской продукции составляет около 5%. То есть каждый 20-й товар местный. А во «Флагмане» уже каждый 4-й. 25% – отличный показатель. Но это далеко не предел, считают члены мониторинговой группы. Хочу сказать, что и сюда можно добавить еще местных товаропроизводителей. Я считаю, что если бы вот в сетях федеральных такая же была представленность, как во «Флагмане», то Ставропольский край намного больше бы получал налогов, соответственно, выполнение социальных программ. Через год планируют увеличить в несколько раз долю ставропольских товаров на полках торговых сетей. Сейчас статистика такова. «Магнит» работает с 90 производителями региона, «Пятерочка» с 43, а у «Ленты» более 100 местных поставщиков продукции. Всего в торговых сетях региона представлено около 1300 наименований ставропольских товаров. Александр Григоров, Владимир Ходарев, Ставропольское телевидение.